минувшую субботу дорожно-трамвайное происшествие приключилось в Екатеринбурге на Визе. В 9:30 часов вечера на улице Викулова воплотился сюжет анекдота, в котором трамвай КамАЗу не помеха. Правда, вместо КамАЗа выступил союзно-государственный МАЗ. Он и представлял сторону дорожников. Буквы на его кабине вовсе не означают, что его водитель – хороший член партии эсеров, а указывают они на принадлежность к городскому управлению дорожно-строительных работ, кои и велись тут, возле остановки металлургов. Туда, к своим, он и намеревался попасть, развернувшись у пешеходного перехода. А из-за длины полуприцепа делал это из правой полосы, трамвая водитель почему-то не увидел. Или, может быть, не поверил своим глазам. Ведь где Викулова и где 32-й маршрут? Он же не ходит здесь. А оказывается, ходит, когда в последний путь отправляется. В депо ехал, без сигналов светофора тут нету. Смотрю, он едет. Смотрю, остановился. Ну, думаю, пропускает. Я подъезжаю, он у меня выезжает. Все. Все дела. Ну, то есть он виноват? Ну, да. Кто, как вы думаете, кто виноват? Я кто? Как видите, насчет виновности в разбитии собственного зеркала и раскорябывании трамвайной бочиной консенсус образовался без проблем. Проблема была лишь в том, что в тот субботний вечер рабочий день у многих трамвайщиков люто затянулся.